Кажется, здесь только один путь. Если я подберусь незаметно, то смогу проникнуть внутрь и выполнить задание. Возможно, придется убрать несколько препятствий. Диана, это 47-й. Первая часть задания выполнена. Что дальше? Отлично, 47-й. Пора приступить к выполнению второй части задания. Нашему заказчику нужно, чтобы вы убили полковника Мухаммеда Амина и забрали ключ, который он держит при себе. Как раз сейчас он на базаре с телохранителем. Когда вы все выполните, идите на выход к восточным воротам. Помните, вам нужно избегать столкновений с охраной, которая ищет неверных. Но вы должны торопиться. Когда охрана узнает, что лейтенант мертв, полковник попытается бежать. Thank you.